Если структура мозга взрослого человека уже сформировавшаяся, ее нужно перестраивать для того, чтобы перевести в новое качество, то структура мозга ребенка находится в стадии развития, формирования, и поэтому ее гораздо легче перевести в новое качество. Вот примером перевода, перехода в новое качество мозга ребенка служит случай с Таней Соколовой. Ее родители обратились с просьбой помочь ей по поводу ее болезни. У нее в тяжелой форме астма, вызванная инфекцией в организме, и были искривления позвоночника и деформация бедра. Но в процессе лечения, работы с ней ушли эти заболевания, она стала здоровой во всех отношениях, и кроме этого она приобрела некоторые свойства, о которых она, наверное, скажет сама. Таня, что ты можешь сказать, что происходило с тобой, что ты видел, когда, допустим, лечили тебя, когда работал с тобой? Первое, что я увидела, это были мои легкие. Ну, какие они, красивые? Я увидела их, они были какие-то пухлые все такие. И они были сплошь усеяны разными черными такими точками. А потом, когда лечение закончилось, я увидела, что прям они стали такие чистые, и из них бил свет, и над всем этим была радуга. А что ты еще увидела у себя и у других? Я еще... У других ты уже видела или только у себя? Я могу увидеть у любого человека его внутренности. Я могу увидеть это у папы, у бабушки, например. Ну и что? Что ж ты там увидела? У папы, например, я увидела все черное прям. Где? В легких. В легких черное? Да, потому что он курит. Ну, это надо кончать дело такое курить. Ну а что? А вот ты только внутренности. А может еще что-то видишь? Вот, например, мы ехали в метро с папой, и две женщины сидели, они все время заглядывали в сумку. Там была маленькая дырочка, и они все время заглядывали. Папа меня спросил, что там такое находится. Я посмотрела и сказала, там хомячок. В сумке банка стоит, а в банке хомячок. И папа не выдержал, подошел к этим женщинам и спросил у них, что у вас в банке. Ну и что они ответили? Они сказали, у них хомячок. Но они не удивились, что он спросил об этом? Наверное, не сообразили. Они сначала не сообразили, а потом... Наверное, удивились. Да. Ну а что ты еще можешь, кроме вот этих случаев, которые ты сказала? Я могу слышать музыку, видеть ее и слышать, потому что каждой нотки свой цвет. Так. Я могу слышать музыку... цветка, музыку какого-либо человека или звезды. Ну, это замечательно. Наверное, это каждый музыкант может мечтать о том, чтобы слышать музыку и видеть музыку. Ты же занимаешься музыкой. Ты можешь что-нибудь сыграть, то, что ты услышала? Могу. Ну, давай.